Москва о кремлевском докладе. Все враги США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал список, опубликованный Министерством финансов США, и призвал не давать скоропалительных оценок. Российские политики и крупные бизнесмены, включенные в кремлевский список США, де-факто названы врагами этой страны. Об этом во вторник, 30 января, сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который также попал в опубликованный американцами список, сообщает РИА Новости. Песков отметил, что в списке США находятся фамилии всех, это такой обобщенный подход. Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США. Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление, отметил Песков. При этом он предостерег от того, чтобы давать оценки этому списку, и призвал проанализировать этот документ. Как сообщал корреспондент Нет, в ночь на 30 января Минфин США опубликовал кремлевский доклад, список лиц, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину, которые могут попасть под новые санкции Вашингтона. В список вошли 210 человек, 114 политиков и 96 крупных бизнесменов. В документе оказалось все правительства России, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ был подготовлен в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций, который был принят в США летом 2017 года. По материалам сайта news.com.